Всем привет, Влад, Интерфлоралогистик. Мы для вас опять на очередной эквадорской плантации. Вот это вот мы урвали у них, чтобы посмотреть вида Фореро, то есть как он будет стоять, как он будет открываться, потому что это очень важно в итоге для вас, для наших заказчиков. Плантация крохотная, 1,5 гектара, то есть это порядка 10-12 коробок цветка каждый день, 18 сортов, для миксов отлично. Единственное, что не очень понравился мондиаль, потому что он все-таки зеленоватый. Для российских заказчиков это довольно критично. На Европу почему-то наоборот люди любят более зеленый мондиаль. Вот. Вот такая красота у нас. Будем посмотреть и все вам рассказать.